Чемпионат Раздольского сельского округа по мини-футболу среди любительских команд стартовал в конце сентября. В турнире приняли участие 8 команд, представляющие села Хостинского района. Организатором турнира выступили местная администрация, департамент спорта и депутаты по 7-му избирательному округу городского собрания Сочи. Благодаря им на проведение турнира были выделены средства из городского бюджета. Этот турнир, он уже является у нас регулярным, ежегодным, на протяжении нескольких лет. Поддерживаем молодежь, которая с желанием играет в своих селах, ну а потом уже мы организовываем вот такие среди Раздольнинского сельского округа, отдельно игры идут среди Барановского сельского округа, мы втроем принимаем активное участие, поддерживаем спорт. Это Кагасян Степан Светракович, Армаганян Эдгар Гарьевич, ну и я. В финал вышли 4 сборные. В матче за третье место боролись команды «Саят Нова» и «Мацеста». Поединок завершился со счетом 2-8 в пользу мацестинцев. Зрелищная игра была за первое место. Команда «Измайловки», сборная Хостинского района под названием «РСО», до конца матча шли с равным счетом, дважды забивая мячи в ворота друг другу. Сильнейшего выявили по пенальти. В итоге звание чемпиона завоевала команда села «Измайловка». Не только турниры, но и тренировки сборных по футболу Раздольского сельского округа проходит на мацестинских полях «Спутник Спорт». Хочу поблагодарить наших депутатов от 7-го избирательного округа. Постоянно активное участие принимает у нас Лобжанидзе Тимур Асважевич, Степан Светракович Хагасян, Эдгар Гарьевич Армаганян. И, конечно, благодаря им только наши ребята там тренируются на таких полях высокого качества. Победителям достались кубки, медали и подарки от депутатов. Команда «Измайловки» получила комплект спортивной формы. Депутаты Раздольского сельского округа намерены продолжать традицию и провести турнир среди команд всего Хостинского района. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.